Привет, сегодня мы поиграем в игру под названием Fusion Flame. Это многопользовательская survival action RPG. И в этой игре нам предстоит исследовать и покорять загадочный мир драконов. Вообще в настройках я выбрал русский язык, но он почему-то здесь не работает. Я не знаю, в чем проблема. Может, интерфейс не перевели? И я могу подсоединиться. Здесь везде по ноль людей. Думаю, пойду сюда. Connect. Пошло что-то. От прошлого мира уже почти ничего не осталось. Никто не смог остановить проклятых, когда они вырвались на поверхность. Многие пожертвовали собой, чтобы защитить последнюю хранительницу. Ведь только она способна спасти земли Арканы от грядущего катаклизма. Блин, надеюсь, их слышно. Магическое пламя в ее руках поможет вновь обрести силы. И даже после смерти мы восстанем из пепла, чтобы защитить живых от ошибок прошлого. Озвучка довольно приятная. Блин, погоди, я хочу посмотреть настройки. Я нигде не нашел включение субтитров, но их было слышно лучше, чем меня даже. Это хорошо. Поговорить. Зашибись, классно перевели. Спасибо. Блин, а я звук убавил, может она на русском говорила? Не, она вроде мычит просто. Что у него за кунг-фу здесь? Блин, а прыгает он невысоко. Ну ладно, погнали, он как аватар какой-то. Или в тебя просто молния долбанула, да? Что-то с тобой явно не так. Активировать. Стоп, а здесь что-то подобное было? Вот это что такое? Читать. Ладно, я понял. Вот здесь еще что-то можно почитать. И они не могли сразу добавить русский язык, да? Неплохо. Меч какой-то дали. Блин, зачем ты по земле лупасишь, дурачок? Тебе же его придется постоянно затачивать. Хотя, если бы я нашел меч, я бы тоже сначала по веткам бил, по земле. А когда встретил бы реальных врагов, он бы у меня уже был тупой, поломанный. Но такова жизнь. Да ну сдохни. Стоп, у него что-то выпало, что ли? Сюда иди. Овощ. Почему скелеты такие здоровые? Ты что, великаны какие-то жили? Они бесконечно будут спавниться? А, нет, все. Он сразу приоделся. Я не думаю, что это хорошая защита. Ну ладно, это его осознанный выбор. Хотя погоди-ка секунду. Можем бежать. Что у нас здесь? Вот здесь, наверное, что-то полезное лежит. Так. Что? Что произошло? Вот это я могу забрать? Быстрое перемещение? Или что это? Добрый вечер. Вы же все равно больше не живете, да? Зачем вам здесь страдать? Можете считать, что я вам помог. А как уворачиваться?
Вот это что? А, это оружие достать, убрать. Зашибись. Он по мне попадает или нет? Я понять не могу. А можно было его просто добить. Лох. Какие-то наконечники. Так, ломай. Все это мы забираем. Неважно, пригодится нам это в дальнейшем или нет. Просто все подбираем. Как бомжи. Все в дом. А как летать? Ой. Круто. Просто на какую кнопку нажимать-то? Я видел, тоже здесь летать можно. В трейлере. Вещи мои у меня остались. Стоп, или мне строить надо? Это что, Fortnite? А, надо два раза пробел нажать. Ну или просто держать его. Не, все-таки второй раз надо нажимать. Иначе он не полетит. Да, он не летит, если второй не нажать. Ладно. Привет, огромная башка. Да, 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 конечно, конечно, конечно. Да, да, да. Русскому тебя не обучили, давай поднимайся. Освобождай мне проход, или его завалило. Или он отдыхает, лежит. С русским было бы получше языком. Так, а где твои все шрамы? Куда они делись? Или ты был в каком-то волшебном мире? Куда мне идти-то надо? Или я должен сам решить? Блин, вон туда надо сходить. Ну ладно, сначала я сбегаю вот сюда. Потому что это близко. А вон там какой-то камень. И оружия у меня теперь нет никакого. Цветы, видимо, можно собрать. Делает он это не быстро. Так, идем. Пока непонятно, зачем я это делаю. Но у меня качается уровень. Это главное. Ну, где мой второй? А какая у меня реально цель-то? Или здесь пока нет сюжетных миссий? То есть есть обучение и все. Ой, это вода. Все, отвали. Отвалите. Я не хочу вас бить голыми руками. Вот с этой стороны можно подлететь. А, ну ладно. Сюда иди. А я не могу использовать. Почему? С какого он уровня этот меч? Все, ладно, погнали. Здесь еще один камень есть.
Вот там что-то светится. Вот это я могу ломать? Вау, один урона. А по этому козлу? Что-то он попасть не может. Блин, да отвалите. Они еще и стреляют, козлы, блин, противные. Вбегай. Блин, один урона это очень мало. Как чмо какое-то, беги. Как мне использовать свой меч? Свой кинжал, блин, этот долбанный. Ну я сдох, понятное дело. И мне все отобрали. А я могу свои вещи забрать, например, если я за ними вернусь или нет? Блин, куда идти-то? Может, вон туда сбегать? Таких мест достаточно много. Залетит, не залетит. Хотя там кабан без проблем поднимается. Погнали. А, ну на карте отмечается мое место смерти. Видимо, я могу забрать свой лут. Но у меня там все равно всякий мусор был. Бревна, трава. Бежим. Я хочу узнать, что это. Что это? Как это работает? Не зря бежал. Карту можешь открыть? О, алтарь. Где он? Он дальше. Надо добежать. Может, там я смогу уровень апнуть. Стоп, или это алтарь? Не, не алтарь. Вот он молится. Это я прокачиваю или что? А, да, апгрейд. Так, закрыть. А, у меня уровень копился. Кстати говоря. А я думал, не будет копиться, пока я... не обнулюсь. Ну, в смысле, не прокачаюсь. Ну, вообще... блин, какой смысл, если здесь нет заданий? Может, я должен что-то найти или что? Вот это что? Да и пока что здесь не особо большой мир. А вот это что? И иконок очень мало. То есть, если вот взглянуть на карту, они все повторяются. Сколько их здесь? 3-4? Но игра пока не вышла. Думаю, потом будет лучше. Она и так сейчас выглядит, ну, достаточно приятно, скажем так. Если здесь будут какие-то миссии, цели, то сразу плюс 5 к интересности. Блин, опять эти бомжи. Стоп, я думал, я здесь сдох, а это что такое? Собрать. Ошибись. А, ну да, крестик дальше. Это что-то другое. Да беги ты. Вот это возьмем.
Вещей здесь, видимо, тоже пока что не особо много. Блин, я сейчас просто сдохну второй раз. Да блин, беги, инвалид. Все, отвалили. Могу открыть инвентарь. Вот это ты можешь экипировать. Блин, почему я не могу использовать? Что там написано вообще? Блин. Серьезно? У меня показатель этот насколько вообще развит. Ой. Оденься. Что это такое? Так. Реально, меня убили? Серьезно, я поставил паузу, отошел, и меня убили? Стоп, ко мне кто-то подключился на этот сервер. Что он делает? Вот болван. А почему не работает? Почему не работает? Что происходит? Да зачем он делает кувырок? Что за бред? У меня не раскрывается эта штука. Я не понимаю. С чем это связано? Я просто тухну. Я не могу раскрыть свой аэроплан, блин. Он пытается показать, он думает самый умный, я ведь уже спускался. Но у меня это не работает. Я могу куда-нибудь еще отправиться. Я могу, например, построить что-нибудь. Я ведь мог попробовать еще построить себе дом. Я как раз хотел этим заняться. Он думает, он самый умный. Наверное, он считает меня отсталым. Но я не могу полететь. Не работает. Просто не работает кнопка. Что не так? И там, почему я сдох, это он пришел, меня убил или что? Там же рядом не было врагов. Да почему? Почему? Что с тобой не так? Просто скажи, что с тобой не так? Может, я что-то нажал? Блин, почему этот дурак назад прыгает, когда я вперед нажимаю? Очень интересно теперь. Игра сразу преобразилась. Блин, и построить нифига не могу. И спрыгнуть не могу. Ну почему все так несправедливо? А если я перезайду? Я переподключился. И... Я не могу. Как бы я ни нажимал, что бы я ни делал. А, то есть я это сам снял. Жесть, конечно. Зачем они сделали возможность снимать?
Зашибись. А может, эти дома кто-то строил? Я хотел попробовать как раз что-нибудь построить. Блин, а почему я уже не могу открыть? Это меню. А, вот могу. Это как в Расте. Это еще и улучшить можно. Да и здесь есть постройка, это неплохо. Скорее всего, сначала лучше всего травой уровень прокачивать. Но кроме построек, здесь ведь нечем заняться. Вот если сюда добавят побольше разнообразия... Я говорю, игра еще не вышла. Все еще впереди. Так что все будет намного лучше потом. И потом я, наверное, еще раз в нее поиграю после релиза. Заценим. Да блин, сколько у меня этих бревен? Одно. Я не могу их соединить. Я не могу вот это сломать как-нибудь. Ты можешь это добывать? О, надо, кстати, к алтарю сбегать. Здесь есть? Где-нибудь. Вот здесь, да, алтарь? Где это? Ой. Нет, это все-таки вон там. Побежали. Что нам, кстати, необходимо? Окей. Он еще стоит? Ну и пусть стоит. Вот здесь можно перейти. Здесь вообще есть крафт какой-нибудь? Например, как сделать топор? Блин! Давай беги. Молиться. Мне это еще прокачивать и прокачивать. Можно я еще прокачаю, пожалуйста? Может, здесь еще где-то есть лут? Нормальный. Ладно, можно просто собирать бревна. Где там мой дом? Вот он. Родненький. Ну-ка, стой. Но здесь пока что мало всего. То есть можно построить просто примитивненький дом. И все. Кстати, вон те постройки реально, возможно, чьи-то дома. Людей, которые до этого сюда заходили. А это до сих пор здесь стоит? Но строить здесь явно интереснее, чем просто умирать от скелетов этих безобразных. Почему я не могу их атаковать, тоже непонятно. Это мы возьмем. За это мне ветки только дают, да? Так, ну вот это я поломать никак не могу. Не, вряд ли это чьи-то дома. Я просто подумал, вдруг их просто поломали. И все. Но на деле нет. Ладно, можно тогда вообще закругляться. Сейчас особо здесь заняться нечем. Что можно, в принципе, сказать про эту игру, ну... Но...
Это то, что у нее определенно есть потенциал. И если на нее не забьют и будут продолжать трудиться и работать, то у них обязательно получится что-то годное, потому что уже есть задатки необходимые. Ладно. Думаю, что все, что можно было здесь показать, я... Может, и не показал, ладно. Но, по крайней мере, большую часть я попытался показать. Поэтому пока.